Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы приготовим вкусный домашний лимонад. Готовится он быстро. Все продукты здесь элементарные, доступные. Давайте приготовим. Для начала нам нужен будет лимон. Мы его обрежем с обеих сторон. И сверху снимем цедру, самый верхний слой. Вот так вот. Цедру я порезала, отправила в банку. Дальше у меня две веточки мяты. Мяту мы будем рвать. Можно вот так вот в руках ее еще потереть. Тоже отправим в банку. Лимон разрежем на две части. Возьмем какую-то посуду. Ложкой и руками выжмем сок. У меня лимон без косточек. Если с косточками у вас лимон, косточки нужно убирать. Хорошенечко весь сок у него забираем. Сок я выжила весь. Теперь сюда добавляю 2 ложки сахара. Перемешаем это все с соком. И выливаем сахар с лимонным соком в нашу банку. Все, заливаем. У меня вот холодная вода колодезная. Все это вливаем сюда. Можно заливать минеральной водой, но мы сегодня просто простой водой заливаем. Банку я накрываю крышкой. Еще сейчас вот так вот мы это все потрясем немножечко. Дадим настояться. Все, и можно будет пить. Наш лимонад готов. Сейчас минут 30 настоится. Будем пить. Всем, кому понравился этот рецепт, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо вам за просмотры. Готовьте такой лимонад. Это вкусно, и быстро, и доступно. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. До встречи в следующем видео. Пока-пока.